Доброе утро, меня зовут Самира. Сегодня мы с вами поговорим о мужских ремнях. Для того, чтобы правильно подобрать ремень, вам нужно помнить, что ремни бывают разного стиля. Классические и casual. Casual – это ремни, которые хорошо подходят для одежды повседневной носки. То есть это джинсы, шорты или слаксы. Конечно же, сочетать классический ремень с повседневной одеждой или наоборот, повседневные casual ремни с классической одеждой выделит как бы вас из толпы и придаст какую-то интересный стиль, но нежелательно. Если вы выбираете обувь темного цвета, то желательно к нему подобрать ремень темного цвета или же светлого. Ни в коем случае нельзя подбирать ремни под брюки, рубашку или под пиджак. Нужно подбирать ремни под цвет кожи ваших ремешков от часов или под цвет обуви. Еще такой важный элемент, что если вы выбираете под классическую одежду, лучше всего выбрать классический ремень с классической бляшкой, который очень аккуратно и красиво будет смотреться под ваш образ. Также нужно обратить внимание на абразивы кожи, то есть его фактуру. Ремни бывают гладкие, из гладкой кожи, и тесненной кожи. Обязательно нужно подбирать такую фактуру кожи также и под фактуру обуви и фактуру ремешка от часов. И если вы выбрали ремень и по цвету, и по стилю, вам теперь нужно выбрать его по размеру. В внутренней части ремня вы можете увидеть размер. Вы можете также его просто накинуть на талию, и если у вас останется лишние 20 сантиметров, то это ваш размер. Смело можете покупать этот ремень. И помните, правильно выбранный ремень подчеркнет ваш стиль и вашу индивидуальность. Выглядите всегда красивыми и стильными. Всего доброго!